Башня знаний. Телевизионная энциклопедия для любознательных детей. Что, где, когда, зачем, куда и почему. В этой башне ответы на все вопросы. Достоверно, интересно, все и обо всем. Привет! Задумывались ли вы когда-нибудь, как часто удается встретить великолепного рассказчика, умного собеседника или неоспоримого критика? Или же в вашем обществе все же больше молчунов? Или все-таки мастеров удивляют завораживающими историями? Сегодня в нашей башне знаний поговорим о важности развития устной речи. Из всех средств общения язык – самое мощное по силе воздействия. Чем искуснее мы умеем обращаться со словом, тем лучше наши собеседники поймут смысл сказанного. По слову в день. Вот вполне доступная задача для каждого. Узнавать новые слова, их значение, использовать их в речи, подбирать к ним синонимы и антонимы. Это увлекательное занятие откроет для вас множество новых истин. Попробуйте перечислить цвета и все их оттенки, собрать оркестр из ранее неизвестных вам музыкальных инструментов, вспомнить все предметы маминого гардероба или же все необходимые атрибуты для папиной зимней рыбалки. Пускай вы еще не чувствуете себя эрудитом, но главное – разбудить в себе желание добавлять все новые и новые слова к своему словарному запасу. «Найти точное слово и поставить его в нужное место – редкая удача», – говорил Марк Твен. Может, поэтому многие люди обожают решать кроссворды. Признаюсь, частенько, пока бабушка готовит обед, я заполняю пару пробелов в ее кроссвордах. А вы сможете составить свой собственный кроссворд? Дать возможность решить его своему младшему брату или сестре? Или блеснуть своими знаниями перед бабушкой и дедушкой? В составлении кроссворда нет ничего сложного, если вы успели разобраться со значением или определением скрытого слова. А как вы относитесь к азартной игре в слова? Непременно попробуйте. Ставьте перед участниками самые простые задачи. Перечислить города, животных, овощи, фрукты, имена, не забывая, что первая буква следующего слова должна соответствовать последней букве сказанного. Такую змейку из слов можно складывать бесконечно долго и при этом получать море удовольствия. Еще одним из важнейших этапов в развитии устной речи является чтение и проверка значений незнакомых слов по словарю. Правило простое. Чем больше читаете, тем меньше ошибок в диктанте и сочинениях. Если я хоть чуточку заинтересовал вас, то отныне ваш верный помощник – энциклопедический словарь и интернет с его неограниченными справочными ресурсами. Там и вправду можно найти все, что угодно. А если вы будете владеть хорошим словарным запасом редких и малоупотребительных слов, вы сможете мыслить нестандартно и пользоваться словесными хитростями. Такой словесной хитростью и есть девиз нашей рубрики. Будете много знать, весь мир у ваших ног. Шифровка. Эксперты программы «Меркувалки» рассуждают о каком-либо предмете, человеке или понятии. Их главная задача – не произнести загаданное слово вслух. Задача телезрителей – отгадать это слово, зашифрованное внизу экрана. Он злой, с ним нельзя играться. Это такая энергия. Может ударить до самой смерти. А можно не убиться, а просто себе что-то повредить. Він дуже опасен для людей. Это когда пылесос включен, нельзя делать это самому задание. И потом надо выживать швидку допомогу. Тебя как будто жога так молния. Нельзя ни в каком случае трогать лизетку, то она током может ударить. Вокруг света. Страны, города, традиции и достопримечательности разных уголков Земли. Увлекательное путешествие по всему миру. Планета во всем ее разнообразии. Всем привет! Меня зовут Соня, и я приглашаю вас в увлекательнейшее путешествие. Кругосветное, вокруг земного шара. Крутится, вертится шар голубой. Он такой огромный, разнообразный, невероятный. Каждый уголок Земли по-своему удивителен и прекрасен.
предлагая вместе побывать везде, и в Америке, и в Африке, Зимбабве, и Македонии, Италии, и Лихтенштейне. Но начнем, пожалуй, как и в алфавите, с буквы А. Свою азбуку путешествий нашей детской страны Киндеруни мы открываем с Австрии. Небольшая страна в самом сердце Европы. Ее территория составляет 83 тысячи квадратных метров. Это почти в 8 раз меньше, чем Украина. Последним подсчетом, там сейчас живет более 8 миллионов человек. Говорят они в основном, нет, не на австрийском языке, а на немецком. Когда в Австрии 9 часов, в Украине уже и 10. То есть австрийское время отстает от нашего всего лишь на час. Самый красивый город Австрии, его столица Вена. Каждый год сотни тысяч туристов приезжают в эту страну, чтобы хотя бы раз попробовать настоящий венский кофе, послушать венскую оперу и увидеть собственными глазами, воспитанный и в музыке, и в литературе, полный чудес венский лес. Одна из главных достопримечательностей Вены – собор Святого Стефана. Ну и конечно, кто не слышал о венских балах? Начиная с 31 декабря, вся Вена живет в ритме вальса. На счет раз-два-три, раз-два-три. Это горячий сезон для портных, парикмахеров. Какой же бал без кареты, запряженной красивейшими белыми лошадьми? Дресс-код, то есть обязательная форма одежды. На балу длинное бальное платье для дам и темный фрак смокинг с бабочкой для месье. Галстук ни в коем случае. Эх, перенестись бы туда хотя бы на часок, но я не могу, я ведь на работе. У Австрии нет выхода к морю, зато есть горы, много гор. Почти 2/3 площади страны занимает Восточные Альпы. Поэтому здесь можно кататься на лыжах в любое время года. Так как природа страны удивительна и красива, в этой стране создано множество заповедников и национальных парков, где можно гулять, гулять, гулять. Ой, что это я? Снова замечталась. Вернемся к нашей экскурсии. Зальцбург – еще один австрийский город. Родина самого известного в мире музыканта, великого классика по имени Моцарт. Знаете ли вы, что Моцарт был настоящим вундеркидом? Уже в 3 года он подбирал на клавесине аккорды, когда ему исполнилось 5, начал сочинять несложные минуэты. Чудо-ребенок, который вырос настоящего гения. Так вот, в Зальцбурге дом, в котором жил Моцарт, теперь стал домом-музеем. Его называют Фигерхаус. Хаус в переводе с английского «дом». А Фигаро, потому что одно из лучших произведений музыканта, опера «Женитьба Фигаро», была создана в этих стенах. И напоследок. Есть в этой стране один регион, который просто волшебен. Край синих озер, Каринтия. Здесь находится главный символ города – фонтан, который изображает дракона и богатыря с дубинкой за спиной. Согласно легенде, этот дракон жил на глубине озера Вертезе и долгое время не давал покоя жителям этого города, до тех пор, пока не нашелся смельчак, который его победил. А еще в Каринтии расположен парк под названием Мини-Мундус, что означает «мир в миниатюре». И это так и есть. Мини-Мундус в пригороде Клагенфурта. На его территории собрано 170 самых лучших выдающихся архитектурных произведений мира. Но, конечно, не в натуральной величине, а в масштабе 1:25. Они построены в мельчайших подробностях и сделаны из тех же материалов, что и оригиналы. На этом наше необычное путешествие дорогами Австрии подошло к концу. С нетерпением жду вас на следующем маршруте вокруг света с Киндеруни. Пока!